С вами Кардиан. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Emily Wants to Play. Это хоррор. Там многие просили меня поиграть в какой-то хоррор. Да я и сам не против, в принципе. Он относительно новый, насколько я знаю. История нам рассказывает о том, что мы вроде как обычный разносчик пиццы. Пришли в дом и, собственно, начался пиздец. Заранее говорю, ребят, вы, наверное, видели уже дисклаймер. В этом видосе будут очень много матов. Даже больше. Hello. Your pizza's here. В этом видосе будет много мата, даже больше, чем я обычно матерюсь. Ой, ёб твою мать, блять, это что было? Я понял. Уже, короче, полный звездец начинается. Так вот, ребят, если... Короче, лук. Понятно, нам, кажется, рассказывают управление. Рассказывают, что мы можем... правую мышь, понятно. Рассказывают, что мы можем тут делать. Так вот, ребят, в этом видео очень будет много матов, так что не серчайте. Это все-таки хоррор. Так вот, что я знаю про эту игру? Мы разносчик пиццы. Принесли, собственно, заказ хозяйке или хозяину. Пока что я не знаю, кому. Так, надо время засечь. Секунду. Ага, все. Так. И, собственно, начался пиздец, как я уже говорил. Хотя пока что вроде как ничего, да, нормально все относительно. Так, что это у нас тут? Я сначала подумал, что это пончики. Но это не пончики. Ух, как давно я в хорроры не играл. Так, сейчас, секунду, ребят, секунду. Все по-быстрому это сделаю. Надо было все, конечно, это делать до записи, но просто мышка неудобно лежала. Так, что это за комната вообще? Знаете, похоже на какие-то декорации. Правда, вот это вот, я не знаю, кстати, графика хорошая. Это игрушка сделана на Unreal Engine 4. И выглядит все-таки все очень круто. Я что-то смотрелся на этот коробок, он такой полигональный. Да, детка. Так. Так, ну что, мы в этой комнате, в принципе, ничего нет. Давайте попробуем зайти в дверь. Нет, включи нахер. Так, мы можем пройти сюда, хорошо. Суть игры, как я понял еще, я прочитал про нее немножко. Бля, уже страхов. Ничего не прошло, но уже страхов мне, пиздец. Этот. Прочитал про нее немножко, короче. Нам нужно выжить в этом конченном доме. Блядь! Ёб твою мать. Фу, блядь. Так. И что? Окей. Он... Как-то вроде что-то происходит, но ничего не происходит. Let's play at midnight. Я не уверен в переводе, но тут что-то связано с играми разума, я так понял. Так, шкафчики можно выдвинуть? Нет, жаль. Выглядит все очень круто. Единственное, что мне не нравится пока что тени, а текстурки очень крутые. Так, ну тут мы функционировать больше ничем не можем, я так понял. Бля, включили музыку, пиздец, я... Ага. Так, ладно, давайте уходить отсюда, наверное, потому что... Пикап Эмили Дмитс. Понятно, короче говоря, какая-то Эмили тут живет. Гетанев дур. Ёб твою мать, блядь. Вы это видели? Блять, я не хочу туда идти. Ребят, я не хочу туда идти, блядь. Эмили. Блядь, теперь понимаю Пашу, почему он не хочет в хоррор играть, потому что это пиздец. Хотя я не знаю, какой хоррор, конечно, лучше. В плане... Блядь, я ничего не вижу. Ёб твою мать. Что там написано? Еще так неудобно мышкой вертеть, блядь. Ёпт. Так, мы прожили час времени с вами, походу, в игре игрового. Да, все, я понял. Блядь, какой-то пиздец сейчас начнется. Да возьми ты почитать. At last had some friends in the basement.
Меньше. Понятно, блять, боже. А можно фонарик как-то включить, нет? Я не хочу туда идти. Блять. No one will help us. No one can help us. This house had a basement in it. We made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one can ever find it. Не, не, блять, я как-то не спрыгнул хорошо. Я туда не пойду никогда, блядь, не просите меня вообще никогда. Тут какие-то враги еще походу будут, с ним как... Блядь. Включи, мудак. Ты че, дурак, что ли, совсем? Бля, я уже это за... Блядь! Ёбаный в рот. Уйди нахуй. Бля, я сейчас повернусь. Блять, ребят, что делать? Ебать, меня трясет нахуй всего, серьезно. Сука, я отворачиваюсь, она приближается. Я не знаю, что делать. Нужно сделать так, чтобы открыть дверь, как-то повернуться, что ли. Блять. Иди нахуй. Блять. Ёб твою мать. Как страшно-то, ёб твою мать, ребят. Слушайте, а если я сейчас этот назад повернусь, она войдет в дверь? Блять. Мы, короче, пришли опять там, где были. Бля, как страшно, ёб... Я не знаю, на видосе, скорее всего, это, ну, относительно там... Относительно нормально, да? Почему-то свет везде рубанулся, блять. Блять, 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 блять. Блять! Она, понимаете, звуков нет, но она вот своим присутствием просто пугает. Как мне что-то с ней сделать-то? Давайте подойдем к нему, что? И чё? Ты просто кукла. Блять, собрался нахуй. Чё ты хочешь? Вот чё ты хочешь? Я не знаю, как мне от неё этот... Там, понимаете, мы... Мне показалось, что она исчезла. Вот там, где я сейчас хочу куда налево пойти, мы там были. Я там в подвал не хочу идти. У нас единственный выход пройти вот в эти две двери. То как их открыть, я понятия не имею. Понимаете, я бы... Блядь. Где ты? Ёб твою мать, нахуй я вообще заход... Этот хоррор начал писать, серьезно. Везде темно. Найс. Что за звуки, блядь? Уйди отсюда, просто, братан, уйди, я тебе говорю. Положи пиццу и уйди. Что за звуки? Не, хоррор все-таки не для меня, ребят. Это вообще пиздец. Еб твою мать. Я малейшего звука уже пугал. Ладно, все, собрался. Закрыл дверь. Собрался, блядь, взял... Взялся в руки, сука, возьми в руки себя, мудак. Блять! Ой, блять. Фу, ёб твою мать, а. Так, ладно, давайте попробуем еще раз. Там тут континьют можно, я не знаю, что это за континьют. Последний раз, ребят, то что я уже, блядь, не могу. Прошло, сука, прошло пару минут, я уже охуеваю, понимаете? Как ее доджить-то, я не пойму. Так, все, собрались. Давайте пойдем сюда. Нам сюда, в принципе, надо было, а я пойду сюда, блядь. А? Как тебе такое? Не ждала, блядь? Давайте по-быстрому все сделаем. Да пошла ты, блядь, в жопу. Она вон стоит. Ёб твою мать. Я не знаю, что делать, ребята, серьезно. Интересно, это есть Эмили?
Да-да-да, вон пролезла, найс. Я просто в шоке, блядь, серьезно. Чё это, кстати, лежит там? Блядь. Я не знаю, куда лучше идти, что там пиздец творится, что тут полный... Давайте спрыгнем, попробуем. Блядь. Блядь! Понял. Я все понял. Самое, знаете, еще, ребят, интересное, то, что записи прошло всего лишь 10 минут. Давайте еще минут 5 поиграем и все. Потому что я не могу, серьезно. Если этот выпуск наберет много лайков и комментариев, я продолжу проходить эту игрушку, потому что, насколько я знаю, ее можно пройти. Но если это никому не будет, мало кому будет интересно, и это, мне кажется, зря время. Давайте пойдем сюда, все это попробуем. Хорошо. Хорошо. Мы пришли туда, куда нам, собственно, и говорили, да? Так, записка. Так что, ребят, все зависит от вас. Если хотите, чтобы я продолжил играть, ставьте лайки, комментируйте. I think they want to kill me. Я думаю, она хочет убить меня. Угу. Я тоже так думаю. Закрой, блядь, дверь ебучую, пожалуйста. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. I don't know. Я точно вам перевести не могу. Но, походу, блять, она стоит, ёбаный в рот. Что тебе, сука, от меня нужно? There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries, and the cause of death could not be... Лучше бы она тут стояла, серьезно. It seemed as though the residents were preparing to move. The police had... Блядь, что происходит? Выключи это говно! The house has been boarded up while the investigation continues. In other news, блядь, вот надо... Включи свет... Там света нет. Ёбнутая игра, серьезно. Ой, блядь. Ребят, сори за мат, но тут, по-моему, без него. Ты дурак? Ты дурак. Это кладовая. Она без... Блядь! Это бесполезная комната, она кладовая. Там ничего нету, блядь. Сука, как мне теперь дверь открыть? Непонятно. Где она? Не похуй, я пошел. Спиной, блядь. Ёб твою мать, блядь, серьезно. Я столько, наверное, слов раз, блядь, сказал, что мне уж самому противно, серьезно. Я помимо этого ничего не говорю, но тут, ребят, реально страшно. Вот вы видос смотрите? Это одно. А когда ты сам играешь, я теперь понимаю, говорю, Пашу, который проходит по новью драйв. Кстати, заходите к нему на канал, у меня он есть в этом, в дружественных. Это пиздец, страшно, блядь. Хочется побыстрее потыкать все и уйти отсюда. А тыкать нечего, понимаете? Вот я зашел в эту ванную комнату, и чё? Чё это за звуки были? И что это за дрожание экрана? Она ходит, что ли? Она свет выключила, ебать. Ёпта. Иди нахуй. Чему, блядь? Не похуй, я пошел. Свет включи. Где свет? Она везде выключила свет. Я сейчас сдохну. Да, я ничего не вижу. Чмо.
что делать, ребят? Я не вижу, где свет включить, серьезно. Сука, нахуй, иди отсюда, блядь. Закрой дверь. Такое, знаете, откуда-то взято, это когда мы спиной стоим, она ходит куда-то. Чё это такое? Чё за чёрная хрень? Так, тут мы были, хорошо. Тварь опять. Ты меня уже не пугаешь, ты меня, блядь, бесишь уже, честно. Я знаю, если повернуться спиной, ты мне, блядь, пизды дашь. Тут двери нет. Мы оттуда были там? Да-да-да, чмо. Поздравляю. Блядь! Короче, ребят, давайте на этом первую, наверное, не знаю, если говорю, если вам понравится, если вы поставите много лайков, я, конечно, не вымогаю, но если вам, я просто увижу, если реально будет много лайков и комментариев, если вам реально игрушка понравится, то я продолжу, если будет интерес к игре. Так что все зависит от вас. Ну, игрушка прикольная, ну, блядь, страшная, я просто в шоке. Давайте, ребят, увидимся в следующих хоррорах, либо в этой же игре, все зависит от вас. Игра очень, кстати, орет, я ее потише сделал, на фул, она просто, даже меня не слышно. Давайте, ребят, всем до следующего хоррора или до следующей серии этой игры. С вами был Кордиант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите комментарии, отзывы. И всем пока. Кстати, тут есть еще клоун и какой-то вон чувак. Тут чем больше ночей ты переживаешь, тем новые враги становятся, короче. Тем больше врагов появляется. Клоун-то вообще пиздец, я их ненавижу. Так что, ребят, всем пока, удачи. Давайте, увидимся.